И если ваш город тщательно убирают, вы можете кататься сразу, как станет сухо. Если нет, остерегайтесь ветра с пылью. Выбор одежды для катания. Главное здесь защита от ветра. Вы не должны перегреваться. Если температура на улице от 0 до 15 градусов, стоит позаботиться о тепле. Обычно роллеры используют толстовку, джинсы и шапку. Желательно использовать термобелье. При сильном ветре надевайте ветровку. Сразу после катания накиньте на себя теплую одежду. Из специальной экипировки стоит выделить термос с чаем, сидушку и печеньки. Это идеально дополнит ваше пребывание на открытом воздухе. Не бойтесь начинать катание при низких температурах. Занятия на холодном воздухе будут для вас полезны.